Реклама. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Модест. Меня зовут Модест. У меня очень много друзей. У меня очень много друзей. Они меня понимают, они без, меня слов, понимают без слов. Потому что со словами, меня понять меня трудно. Понять трудно. У нас даже жесты специальные есть. Например, вот если так, я делаю вот так, это значит, у тебя в штанах дырка. Это значит, у тебя на штанах дырка. А я делаю вот так. Если так, значит, меня, значит, тебя, меня от тебя тошнит. А если я постучу себе по плечу, это значит... А ну проверь. Не забыл ли я надеть трусы? Но теперь мне это не нужно. В этих трусах я чувствую себя защищенным. Потому что у них защитный цвет и защитный размер. Я удобно располагаюсь внутри них. И не мешаю им при ходьбе. Я могу в них заниматься спортом, плаванием. Вообще могу в них чем угодно заниматься, и никто даже не заметит. Все, что я хочу, я могу делать прямо в них. Я всегда ношу эти трусы и никогда их не меняю. Я вообще никогда не поменяю их на другие. Потому что других трусов у меня нет. Единственные на свете.